Добрый день, уважаемые садоводы! Сегодня мы рассмотрим вопрос, поступивший к нам на сайт. Меня зовут Рыбченко Вага, и я являюсь юристом Московского союза садоводов. Если у вас тоже есть интересный вопрос, на который мы бы могли ответить, оставляйте его в комментариях. Сегодняшний вопрос от Натальи из Свердловской области. У нее следующая ситуация. Наталья являлась казначеем в своем садовом товариществе, но из-за разногласий с председателем взяла самоотвод. И на общем собрании был избран новый казначей, который, как выяснилось, не является членом товарищества. И Наталью интересует, может ли она передать документы новому казначею, который не является членом товарищества, и законно ли избрание казначея не из членов товарищества. 217 федеральный закон не содержит понятия казначея. Ранее действующий 66 федеральный закон также данного понятия не содержит. То есть законодательно казначеев не существует. В 217 законе есть ограничения относительно избрания лиц председатели, члены правления и члены ревизионной комиссии. Данными лицами могут избираться только члены товарищества. Но казначеев в данном списке нет. То есть получается, казначеем может быть избрано любое лицо, которое общее собрание посчитало необходимым избрать на данную должность. Ограничений нет. Поэтому Наталья спокойно может передавать документы. И да, избрание казначея не из членов товарищества является законным, так как закон не содержит каких-либо ограничений относительно лиц, которые могут быть избраны на данную должность.